Завершился третий день Якутского международного кинофестиваля. В программе запланированы показы около 60 картин из 19 стран мира. Подробности в следующем сюжете. Сегодня в кинотеатре «Синема-центр» в рамках кинофестиваля состоялась премьера фильма «Якутск, который я не знаю». Это альманах, снятый известными якутскими режиссерами Сергеем Потаповым, Михаилом Лукачевским, Алексеем Амбросьевым-младшим и Романом Дорофеевым. Проект посвящен 385-летию столицы республики и году добра. Вот такая тема была уже давно, как бы, да, мы уже смотрели практику других городов, да, как они в других стран, как они снимали, как они признавались в любви своему городу. И, конечно, у нас тоже была такая, всегда вот такое желание в глубине души сделать что-то подобное. Да. И вот в этом году как-то я поговорил с начальницей, с начальником управления культуры с Антонидой Николаевной Корякиной, и она как поддержала нас, и потом мы и к меру вышли, и вот как раз все поддержали, и мы вот сняли вот 4 короткометражных фильма. Да? Зал «Синема-центра» был переполнен желающими первыми посмотреть этот фильм. Картина состоит из 4 новелл. Каждая работа отличается друг от друга жанром, подачей. В каждом есть своя отдельная история. Но их объединяет одно – любовь к своему родному городу. Это своего рода признание в любви от режиссеров.